Всем привет, дамы и господа. Вот мы возле нашей будущей избушечки. Сейчас хочу первым делом заготовить дров, развести костер, все сырое. Также покажу, что привез сегодня для строительства. Ну и все по порядку. Будем сегодня продолжать строить нашу избушечку на курячих ножичках. Так что всем приятного просмотра. Бревна будем садить на пену, потому что мха здесь нету, пока я его собираю, уже снег выпадет, так что на пене нормально подержится. Также приобрел в этот раз веревку для нашего гамака, ну и еще там взял гвоздей, шампур. Сегодня будем готовить вкусненький обед. Надо еще щепочек, наверное, наделать. Легче растопится. Баллончик стоит 100 рублей, облегчает жизнь на все 200%. Чем мучиться там спичками с этими. В сухую погоду еще ладно. Надо чем-то со стола вытрать. Будем рыбку на шампуре сегодня жарить на обед. Пока кофе остывает, сейчас гамак повешаем. Будем висеть.
отдыхать, наслаждаться природой. Блин, не выдержала. Сейчас я 3 в 4 сделаю. Нормально будет. Что, я такой жирный, что ли? Или веревки такие нынче? Да уж. Ну вот. Вот 10 ниток сделал. Сейчас, наверное, точно выдержит. Ну а, друзья, другое дело. Держится. Деревья, конечно, близковато стоят. Немного бы подальше друг от друга, чтобы они были. Чтобы гамак растянулся. Но таких нету деревьев поблизости. Надо будет копать 2 столба. Потом. И все будет шикарно. Ну все. Сейчас замариную рыбу. И в принципе все подготовительные работы закончены. Будем приступать уже к строительству нашей избушки. Все шикарно. Что может быть лучше, чем сидеть и наслаждаться природой? Ляпота. Просили показывать и рассказывать, что готовлю и как, из чего. Поэтому показываю. Это у нас рыбка, треска тихоокеанская. Мешочек для будем в нем мариновать. Это перец черный молотый, лучок и соль. Открываем мешочек, берем нашу чудесную рыбку. Все отправляем в мешочек. Сейчас добавляем перчик по вкусу и лучок нарезаем. Все подсолили. Теперь дело за лучком. Неправильно вы сделали цветом ручку у ножа. Лезвием упал. Все уже не видно. Под цвет сухих веток. Вот так вот колечками, не сильно тонкими, для аромата. Лучок не забывайте пожамкать, чтобы он дал сок. Тогда будет все шикарно. Ну все. Можно приступать к работе.
Сейчас самые жирненькие сперва сделаю. Столбики. А уже чем выше, тем будет тоньше идти. Наверное, сразу же буду пропиливать вход, чтобы удобнее было. Буду его посерединке делать. Здесь пробиваю гвоздями, чтобы ничего не развалилось. Ну и вон такие вот щели запеним потом. Ничего страшного. Все нормально будет. Жду, не дождусь, когда избушка будет готова. Очень много времени видеосъемка занимает, конечно. Тем более, стараюсь, как бы, чтобы поинтереснее было смотреть. Много кадров, это со штативом только бегаешь туда-сюда. Это очень много времени отнимает. Поэтому, ну, все равно, хоть зато вам интересно смотреть. Ладно, пообедаем. Мясо у нас приготовилось. Пойдемте дегустировать. Просолиться не знаю, успела, не успела. Все вкусно получилось. Просолилось. Проперчилось. Думал, сухая будет. Но нет, нормально. А рыба сама по себе, видимо. Не сухая. Всем приятного аппетита. Забыл пожелать. Чего я раньше себе не купил гамак? Всего лишь 300 рублей. А пользы? Отдохнуть, полежать можно. С собой взять его можно хоть куда, компактненьким. Если кто-то выбирается из вас на природу, рекомендую. Годная штука. Ладно, полежу, отдохну, подремлю. Да продолжим стройку.
пока брёвна натаскал и грибочков насобирал еще. Так глядишь, и на грибницу наберу. Даже червяки перестали их есть. Большие грибки даже не червивые. Там еще больше есть не червивые. Но они уже желтые какие-то, что-то не стал брать. Лучше маленькие, свеженькие. Стройматериал, что-то бревен мало осталось толстых. Ну тонкие можно еще пособирать. Не знаю еще где надо будет. На крышу много еще надо будет искать. Вот. 4 штучки нашел, еще толстеньких. Да там у меня еще осталось вон 5 штук, 6. На 2 венца хватит. Посмотрим, сейчас 2 венца положу по высоте, как будет. Может, будет достаточно уже. Посмотрим. Ну, либо искать буду еще где-то дальше таскать. Наверное, еще надо будет искать. Ладно, на сегодня буду заканчивать. Ну вот, друзья. На сегодня проделана вот такая вот работа. Думаю, пару венцов еще закинуть. И будет нормально. По высоте можно будет уже начинать крышу делать. Вот это, не смотрите, что это криво. Можно, я мог бы подровнять, но специально не стал. Хочется такого шарму добавить, как бы, ну, в избушки на курьих ножках. Они такие кривые, косые. Такие вот щели. Потом это все будем дополнять ветками. Пеной запенивать. Такая вот дверь. Здесь еще пропилю. Ну вот по высоте. Смотрите. Сантиметров 20. И все. Будет шикарно. Опа. Так что. Вот так вот сегодня поработали. Уже собрал вещи, сейчас пойду еще грибочков, может, пособираю. И буду отчаливать. Ну, дело движется. Ладно, друзья. Всем до скорых встреч. Пока-пока.